Добро пожаловать в мир приключений и изучения испанского вместе с агентством How to Spain. Мы находимся рядом с языковой школой El Carmen и узнаем, что же предлагает школа El Carmen для своих студентов, которые хотят получить студенческую визу и хотят изучить испанский для более комфортного пребывания в новой для себя стране. Меня зовут Карина Вальчук, и я специалист агентства по делам иностранцев в Испании How to Spain. Если ты хочешь узнать, как получить годовую студенческую визу бесплатно, или если ты хочешь просто получить скидку на обучение, досмотри это видео до конца, чтобы узнать всю подробную информацию. Школа El Carmen расположена в самом центре Валенсии. Здесь ты будешь окружен интересной архитектурой и прикольными кафешками. А специалисты агентства How to Spain подготовят твои документы от первоначальной консультации и до самой подачи в миграционную службу. С нами сейчас находится Ксения, заботливый менеджер для русскоязычных студентов, поэтому Ксения как раз будет помогать именно вам и отвечать на все вопросы. Наша школа, El Carmen Spanish School, предлагает разные виды курсов. У нас есть годовые курсы, с которыми вы можете получить студенческую визу. В этом случае программа будет 20 часов в неделю, каждый день, с понедельника по пятницу. Также у нас есть и короткие курсы, 2 раза в неделю, 3 раза в неделю, можно ходить 5 раз в неделю по 2 часа. У нас есть курсы для подготовки к DELE, SIELE и также на гражданство. У нас есть уровни от начального уровня, А0, и до С1. Да, здесь такая система, что ты начинаешь свое обучение на уровне А1.1, потом через какое-то время, как по рекомендации твоего преподавателя, ты сдаешь тест, который проверяет, насколько ты усвоил этот уровень. Если ты успешно сдаешь тест, то переходишь на следующий уровень. И так с каждым уровнем. Наши преподаватели все являются носителями языка, они все филологи. Также у них у всех есть специализированные курсы по преподаванию от Института Сервантеса, либо и другие курсы по специализации DELE и SIELE тоже. Sí, todas nuestras profesoras son profesoras que están licenciadas, son todas filólogas y con una educación especial en enseñanza en L, que es decir, el español como lengua extranjera. Entonces todas están capacitadas para poder enseñar el español y son nativas, por supuesto. Mi experiencia, bueno, yo llegué a la escuela como profesora de español y después de 7 años que ya llevo aquí, la escuela tiene 8 años en total, ya me he convertido en la jefa de estudios de la escuela y coordinadora también de los niveles B. В основном один единственный преподаватель ведет определенный уровень и 4 часа в день. Иногда он меняется, но эти изменения происходят каждые 3-4 недели. Нет, преподаватели у нас книжки не используют, преподаватели сами готовят материал, базируясь на разных учебниках, потому что мы считаем, что не существует одного хорошего учебника, поэтому они делают программу специально для каждого ученика, для каждой группы на вот этих разных учебниках. Но в школе идут постоянные распечатки, то есть различные упражнения делаются на каких-то распечатанных материалах из книг, из учебников, из интернета. Вы можете увидеть нашу библиотеку. Здесь все книги распределены по уровням, от уровня А и до С. Можно здесь взять книгу, когда они на паузе, да, то они могут взять здесь или домой, да. Lo que más me motiva sobre todo es el enseñar a los estudiantes que llegan mi idioma, porque claro, al final todas las profesoras de español yo creo que tenemos pasión por el español, entonces el conseguir transmitir todo eso a nuestros estudiantes es quizás la parte que más me motiva.
y verles, sobre todo aprender ya no solo la lengua, sino también nuestra cultura y todo lo relacionado con España. Eso es lo que más me gusta. В нашей школе, да, проходят активности каждую неделю, разные активности. Обычно это два раза в неделю, два дня. Есть активности, которые платные за символическую цену, есть, которые бесплатные. Всегда это тоже проходит с нашими преподавателями, носителями языка, и всегда практикуется разговорная речь. Значит, у нас в школе каждую неделю идут две активности, которые... Можно посещать, можно не посещать, это, в общем-то, по желанию абсолютно. Каждый раз разные. Каждый раз это в любом случае какая-то активность, связанная с предметами. И вторая активность – это в любом случае постоянное общение на испанском языке. Все активности идут на испанском, вполне логично. Это все бесплатно. Единственное, если там используются какие-то предметы, которые нужно покупать, то средняя стоимость активности в районе 5 евро. 5 евро за хорошее общение на испанском, я думаю, что это очень дешево. Но это очень важно, потому что это можно практиковать, самое главное, разговорную речь. И все студенты собираются вместе, разговаривают на разные темы. А также они узнают культуру Испании, традиции, обычаи, какие-то праздники. Наша школа аккредитована институтом Сервантеса. Все наши программы также разработаны согласно институту Сервантеса, и наша школа является официальным экзаменационным центром ДЭЛИ, СЕЛИ и экзамена для гражданства. Курс ДЭЛИ входит в годовой курс совершенно бесплатно. Курс состоит из 4 недель по 10 часов в неделю, с понедельника по пятницу. Bueno. No es fácil, pero sí que es verdad que nosotras sabemos muy bien cómo hacerlo. Quizá al principio es un poco más complicado cuando el estudiante no tiene ni idea, no sabe nada del español, pero bueno, nosotras sí que estamos contentas con nuestro método porque nos damos cuenta de que al final, aunque no sepas nada cuando llegas a la escuela, siempre cada día vas a poder aprender algo nuevo. Entonces quizás al principio es un poco complicado, es verdad, pero poco a poco, y sobre todo si te sientes cómoda en clase o cómodo, y si te sientes integrado, es mucho más fácil. Для получения студенческой визы всегда нужно проходить 20-часовой курс в неделю, с понедельника по пятницу. Те студенты, которые у нас находятся на годовом курсе обучения, они приехали получить студенческую визу, в этом случае им дается 5 недель каникул, в которые включаются праздники Испании, Валенсии, и также 3 недели своих личных каникул, которые они могут использовать для чего угодно. С агентством How to Spain вы можете приобрести годовой курс для получения студенческой визы, и также они вам помогут со всеми документами, с подготовкой документов. Пиши по контактам, которые ты видишь в описании, для того, чтобы получить студенческую визу бесплатно или приобрести скидку 7% на изучение испанского. В 9 часов 10 минут мы начинаем учиться, и ровно 2 часа, затем у нас 20 минут перерыв, и с 11:30 до 13:30 второй урок. На самом деле нет, это не тяжело, потому что, например, у меня голова работает лучше утром, и на свежую голову очень быстро усваиваются знания. И у нас есть перерыв между занятиями, 20 минут, отлично, чтобы попить кофе, перекусить что-то и с новыми силами еще 2 часа изучать язык. У нас в школе есть 15-минутное опоздание, это нормально абсолютно. После 15 минут можно заходить, можно не заходить. То есть нету такого особого твердого времени, в которое нужно приходить. Но, естественно, нужно приходить с самого начала. На самом деле очень большой разброс по возрасту. У меня есть одногруппники 19-летние, а есть те, кому за 60.
поэтому это очень, очень разнообразная группа и по возрасту, и по национальности, и по интересам. Группы формируются так, чтобы не было слишком много людей, чтобы преподаватель мог уделять внимание каждому студенту. Например, сейчас у нас в группе всего 5 человек, и благодаря этому ты разговариваешь много, делаешь разные упражнения на грамматику и так далее. Максимум было какое количество? Это максимум, я думаю, 10 человек в группе. У нас есть выделенные места, нам нельзя пить кофе внутри класса, но в перерыве есть такие лаунж-зоны с удобными стульями, где мы можем посидеть и перекусить и выпить кофе. Помимо того, что студенческая виза – это самый простой способ легализоваться в Испании и очень быстро включиться как бы в жизнь в стране, школа дает не только знания по языку, но также информацию о жизни в Испании, о привычках Испании, что позволяет быстрее интегрироваться и включиться в жизнь. Здесь вы можете погрузиться не только в испанский язык и культуру, а также получить бесплатное сопровождение от агентства How to Spain при покупке годового курса. Это значит, если вы хотите получить студенческую визу, наши специалисты с радостью помогут и подскажут. Да, есть специальная платформа, где каждый студент может зайти в свой профиль, посмотреть, сколько у него осталось занятий, свой уровень, преподавателя, какой номер класса. Вся эта информация находится в этой платформе, и также он может и отменить там занятия сам. Основное преимущество, конечно же, это гибкий график. Каждый студент может отменить занятия, когда он захочет, может изменить свой курс. Те студенты, которые ходят по утрам, могут приходить по вечерам, они могут аннулировать, менять свое расписание. В этом никаких нет проблем. Если студент не на годовом курсе по визе, то он может отменять свои занятия как угодно, когда угодно, но всегда предупреждая нас или отменяя через платформу за 48 часов. Здесь каждый наш студент может найти свой класс по уровню, по времени, по преподавателю. Так он точно не потеряется, если вдруг он не смог увидеть на платформе свой номер класса. Всегда можно спросить, мы всем поможем. По любому вопросу можно обращаться к нам на ресепшн. Да, первый день, на самом деле, я немного растерялся, потому что все было вот прям сразу на испанском, объяснение правил, грамматики, лексики и так далее. Но главное просто не растеряться и записывать все новые слова. Впоследствии я понял, что эта методика, она наоборот тебе помогает гораздо быстрее усваивать язык. Ты начинаешь уже думать на испанском языке, задавать вопросы на испанском языке, и все твое общение только на испанском, ты уже перестаешь использовать английский, русский и другие языки. С первого же занятия никаких объяснений на других языках, ни на английском, все только на испанском. Это позволяет очень быстро включиться, начать понимать и начать говорить. Обучение в Испании, конечно, это лучше, чем обучение в любой другой стране, потому что это сразу же погружение в среду. Агентство How to Spain предоставляет полную помощь от первоначальной консультации и до получения пластиковой карты. Наши клиенты этому свидетели. Поэтому, если ты хочешь переехать в Испанию прямо сейчас, не сомневайся, пиши нам, и мы тебе с радостью поможем. Мне в переезде в Испанию помогла компания How to Spain. Я в ней не усомнился еще с момента поиска информации в интернете, потому что у How to Spain отличный сайт, где есть вся информация. Даже если ты не собираешься приезжать в Испанию, ты можешь узнать все о жизни в Испании здесь. И дальше по шагам расписано о всех возможностях переезда. Очень быстро ребята отвечают, когда ты оставляешь заявку, и сразу легко найти контакт простыми словами, тебе рассказывают о том, что от тебя требуется и что тебя ожидает. И на каждом этапе переезда тебя консультируют, всегда на связи. Мне очень понравилось, большое спасибо. Я буду настоятельно рекомендовать всем, кто собирается переезжать в Испанию или просто на короткое время, может быть, приехать поучиться здесь. В общем, рекомендую How to Spain. Оформление визы, поступление в школу с How to Spain прошло очень легко.
То есть, ну, практически мне ничего не пришлось сделать. То есть очень быстро, четко был изложен, выложен мне список документов, ну, который несложный и небольшой. То есть все вопросы, какие-то нюансы решились очень быстро. То есть благодаря великолепной коммуникации с сотрудниками. Ну, и, честно говоря, то есть я рекомендовал друзьям. Друзья тоже отозвались очень хорошо. То есть, и мой сын также как бы пошел по моим стопам. И вся процедура прошла через How to Spain. И не занял никакого времени, ни лишних телодвижений. И, надо сказать, это достаточно выгодно по деньгам и очень легко в плане прохождения всего процесса. Во-первых, я хочу сказать, что я очень плохой клиент. Потому что я очень много начинаю дотошно разбираться в компании и изучать, кто это, о чем, откуда и прочее. Потому что слишком много людей, которые хотят заработать денег, не предоставляя никаких услуг. Мой опыт общения с этой компанией начался где-то полтора года назад. И в течение года я выяснял, я как бы ждал, думал, а нужно мне это или не нужно. Мне помогли во многих вопросах. Мне помогли в вопросах первичной подготовки визы. Не в смысле того, какие-то нужные документы, а в смысле объяснили, как, что, куда, зачем. И сказали, окей, если у тебя будет виза на 30 дней, мы сделаем, все остальное мы сделаем. Этого оказалось более чем достаточно, потому что через неделю после моего приезда в Испанию у меня уже были на руках документы, точнее, у меня уже были поданы документы, и я, в принципе, теоретически уже мог официально оставаться в Испании. Если ты давно мечтал переехать в Валенсию или в Испанию в общем, специалисты агентства How to Spain тебе с радостью помогут приобрести годовой курс в одной из лучших школ Испании и получить студенческую визу бесплатно.